Собаки, как и любые другие домашние животные, могут сталкиваться с разными опасностями. Вот несколько основных. Ядовитые растения и вещества. Многие обычные домашние растения, такие как алоэ, азалия и лилии, и бытовые химикаты могут быть токсичными для собак. Блохи, клещи и внутренние паразиты, глисты, могут причинить вред здоровью собаки. Три пищевые опасности. Некоторые продукты, такие как шоколад, виноград, изюм, лук и чеснок, могут быть опасными для собак. 4. Физические травмы. Собаки могут пораниться в драках с другими животными, при падении или в результате попадания под транспортное средство. 5. Погодные условия. Экстремальные температуры, как сильная жара, так и холод, могут быть опасны для собак, особенно подвержены риску теплового удара или обморожения. 6. Болезни. Инфекционные заболевания, такие как чумка, парвовирус и бешенство, могут быть смертельно опасными. 7. Отравления. Опасность представляют антифриз, крысиные яды и некоторые человеческие лекарства. 8. Удушья. Мелкие предметы, игрушки, кости или пищевые объекты могут застрять в горле собаки и вызвать удушье. Важно регулярно посещать ветеринара, держать дом в безопасности для питомца, а также обучать собаку командам, чтобы минимизировать риски.